Чем занимаетесь? Работаю, живу, не знаю. Какая профессия? Я инженер. Отлично. Что посоветуете в Нижнем Новгороде увидеть? Блин, у нас отличная. Ну не знаю. У нас очень классная эта дорога, как ее. Блин, я не знаю, как вам сказать. Ну, над Волгой, короче. Ну, на это. Я не знаю, простите, я не это, как он называется. Я не очень умею разговаривать. Я понял. Я контужен. Как так получилось? Простите. Ну, в армии. Ну, во время боевых действий? Да. Я понял. Ну, моего дяду тоже было контузило. Это был 96-й год. Немножко позже. Я нормально разговариваю, и я довольно-таки, ну, общительный человек. Но иногда я, когда вот вы меня сейчас спросили, и я начал нервничать. Это у И вас посттравматический синдром, то есть вы вспомнили те вре то, как бы то время, тот час, когда это все было нет. произошло? Нет. Я просто когда нервничаю, я начинаю заикаться, и какая-то у меня херня начинается. Я понял. Хорошо, тогда давайте оставим эту тему. Мой город – это промышленный город, то есть для туризма, ну, туристам здесь как бы не место. Люди здесь как бы, ну, работают и как бы просто проводят свободное время. Откуда вы? Город Кривый Рог. Это находится в центральной части Украины, да. Вот так вот. Не знаю. Ну, а вот Я инженер, никогда не был. чем вы, вот, ну, что вы проектируете? Я не проектирую. Я немножко разрабатываю и отвечаю за небольшие, так скажем, нюансы. Ну, то есть я разрабатываю промышленные объекты обычно. Сейчас я занимаюсь тем, что вот строю завод очередной, блядь. Вот. Ну, я занимаюсь тем, что я принимаю на государственную собственность, так скажем, и, как сказать, ну, блять, короче, все привожу в соответствие, чтобы правильно поставили сраный завод. Вы следите, чтобы как раз таки стены были ровные, чтобы все было по технике безопасности. Не только. Я слежу за соответствием того, чтобы было, как вам объяснить. Я не знаю, как это объяснить. Это просто очень много правил, это очень много тексту, это очень много нюансов, в которых, блять, вот, блин, должно встать вот так. Проще скажу. Я понял. Что еще? Само строительство заводов, оно как-то изменилось, по проектировке, по сравнению, с заводами советских времен? Да. Хотя бы две-три вещи можете мне, пожалуйста, сказать?
Ну вот самые такие Да, могу. главные отличия. Да, могу. Честно сказать, что это стало хуже. Тем не менее, то, что самое поганое, вот допустим, в этом, как его называется, в газопроводах, опять-таки, подводящих, допустим, к газорегуляторным станциям. Если раньше СНИП, допустим, 50503 регулировал о том, что нужно было, ну, 0,5, точнее, как там, 300 миллиметров до газопровода, до этого, как его называется. Ай, как, блин, я волнуюсь. Я волнуюсь, прости. Все хорошо. Спасибо вам большое за общение. Желаю вам приятного вечера. Всего самого наилучшего. Еще Лучше. не так сказал, да? Нет, все отлично. Просто я вам советую просто сейчас немножко отойти от чат-рулетки. И как бы потом, может быть, еще раз увидимся. По интернету, может быть, еще увидимся. Если как бы вы сейчас себя скованно чувствуете, то лучше всего отвлечься, что-нибудь другое, чем-нибудь другим заняться. Нет. Нет, постой. Слушай, я что-то неправильно сказал или что? Нет, ни в коем случае. Просто, ну, вы сказали, что вы не можете высказаться, то есть вы себя чувствуете дискомфортно, так? Вот. Мой вам совет, чтобы не нервничать, потому что это как бы плохо воздействует на нервную систему, на минуток 10-15 отключиться от чат-рулетки Нет, и... подожди, подожди, пожалуйста. Ты что-то записал? Что? Ты что-то записал? Да, я записал, да. Вы хотите, чтобы я, ну, не... Вы хотите, чтобы... Да. Ну, я... Хорошо, отлично, я вас понял. Я Если вас ты сразу... меня... Нет. Если ты... Я вас сразу же говорю, что у меня не блок. У меня не блок. То есть у меня там нету миллионов там подписчиков, все такое, все хорошо. Ну, и если я свою рожу увижу, ну, как бы, если бы я хотел, тебе дал, рассказал, ну, то есть, ну, ты понимаешь. Все отлично, все будет в лучшем виде. Нет, если я тебе дам, то в таком случае меня спроси, Можно ли и я... я опубликую наш разговор? Нет. Хорошо, все отлично. Если тебе часть нужна, допустим, то дай мне ее, и я тебе скажу, что можно, допустим. Все отлично. Знаете что? Я сейчас просто удалю видео, ну, это... Да и все. То Ну, есть я хорошо. ну, вот именно только вот себя засниму, да и все. Нормально. Все. Всего вам наилучшего. Спасибо большое за диалог. Еще, может быть, увидимся. Я вас тоже. Хорошо. До свидания.